Дорогие друзья, перед нами в эти дни самый великий праздник. Это событие, символизирующее получение нами в наши руки, в нашем мире, высшей силы, ее раскрытие, возможность использовать ее для нашего блага, для нашего духовного подъема. Но только при том условии, что мы берем на вооружение эту высшую силу, высший свет, для того, чтобы привести весь мир к совершенству. В этом миссия нашего народа. Благодаря этому или ради этого, во имя этого, он получил высший свет, называемый Тора. Давайте мы все вместе начнем объединяться, чтобы выявлять изнутри нас по закону «возлюби ближнего как себя». В центре нашего объединения этот высший свет, он будет фонтанировать, он будет проявляться в нас из глубин мироздания, и он изменит нас, весь мир. Все подвластно ему. И мы станем другими, и наш мир станет другим. Это все зависит только от нас. Я желаю всем нам реализовать именно таким образом праздник Шивуот, праздник вручения Торы.